Андрюшенька, рассказывай, на видео снимаю, где ты сейчас находишься. Скажи, пожалуйста. Не знаешь? Рассказывай, что ты находишься на биостанции, на Карадаге. Карадаг, да. Это научная станция, да? Да. Тут обсерватория. Тут вон какие шары стоят. Они открываются, наверное, и смотрят в небо. Чтобы небо смотреть, да? Хочешь в небо смотреть? Да. Вот какой закат, солнышко, вид на Карадаг. Солнышко заходит. А? Вот там желтая биостанция. Это Карадагского заповедника. Папа, биостанция на один Карадаг. Там море во всей... Море и наш город видно. Во всей море. Широте и долготе. Вот оно какое. А вот там далеко-далеко. Там мы с Меганом. Оказывается, сюда город находится от поселка Щебетовки буквально в 9 километрах. Это мое недавнее открытие. Мне рассказали щебетовцы. Были у них в гостях. Что мы когда-нибудь из Щебетовки махнем сюда. И будем там исследовать новые места. Но отсюда даже уходить не хочется. Я сюда прихожу на эту биостанцию уже не первый раз, Андрюша. Мы сюда, наверное, раз 10 уже, да, приходим? Да. И все что-то новое открываем. Все какие-то новые места. Все что-то новое. Не надо, Андрюша, не надо. Там дерево посадили, Андрюша. Какое? Мелкое. Угу. А чем? То просло. Вот они, эти верхушки. Я хочу кстати, попути чай. Красота. Это мой Карадаг стоит там такой. Царь такой. Крутой. Царь крутой. Еще тут какой локатор. А там еще какая-то обсерватория огорожена. Пойду за Андреем смотреть. Андрей, тут не все так просто можно трогать руками. Не все руками можно трогать. Это? Иди сюда ко мне. Иду. Вставай. Упал, ничего, отряхайся. Мама, это сифила, это что? Где? Вот. Не знаю, склад какой-то там. Тут жилой дом. Фантастика. Рядом с обсерваторией жилой дом. Вот она, обсерватория. Учреждение государственное. Что-то там у них наверху. Громкоговоритель, что ли? Карадагская научно-исследовательская геофизическая обсерватория. Вот. Не надо, Андрюша. Спускайся аккуратно. Мама, здесь еще. Здесь. Какой воздух. Ой. Запахи. Тут вот эти хвойные. Не надо туда. Хвойные деревья. Такой источают запах хвои. Запах хвои чувствуешь какой приятный, да? Мама, вот еще один потик. Ага, вот. Еще один. И вот
Она еще отличается. Это как типа антенны какой-то. А? Типа антенны это. Путки это. Угу. А не антенна. Угу. Путик антенна. Угу. Сейчас. Да, женщина сказала. Что? Вы хотите? Нам? Ну да. Зачем? Ну потому что обсерватория, нельзя тут кому попало ходить. Мы-то пришли с улицы. Это что? Магазин. Обсерватория заповедника. Научная. Мне немножко охрипло. Аллергия у меня такая сильная была. Голос подсел. Смотрите, какой тут небо. Это она ходила, да? Ага. Сюда идти надо, вверх. Нет, мы все сейчас уходим. Ладно, скажи всем пока. Всем пока. Всем пока, что мы вам показали. Удивительное место. Всем пока.